Гиподинамию можно назвать чумой 21 века. Малоподвижный образ жизни является причиной целого ряда заболеваний. Как водится, медики начинают с себя и собственным примером показывают пациентам – движение – это жизнь. Гиподинамия – это низкая физическая активность. Она сейчас в наше время очень распространена. Может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, ожирение абдоминальное и другие заболевания. Практически все работники больницы имени Пирогова проводят в спортивном зале не менее 3 часов в неделю. Для этого здесь созданы все необходимые условия. Оборудован зал с тренажерами, развивающими основные группы мышц. Подобные занятия уже принесли свои плоды. Команда учреждения достойно выступила в летней спартакиаде медиков. Мы занимали призовые места. В этом году у нас среди главных врачей Андрей Владимирович Карпец занял 1-е место. Среди руководителей. Ну и мы во всех видах спорта занимаем тоже в десятке лучших. Чтобы избежать последствий малоподвижного образа жизни, медики советуют начинать день с зарядки и присоединиться к проекту регионального министерства здравоохранения «Делай как мы». Комплекс несложных, но эффективных упражнений, которые смогут выполнять и взрослые, и подростки, и дети. Просыпайтесь пораньше, заходите на сайт Orin.Inform, присоединяйтесь к утренней зарядке и получайте порцию бодрости и хорошего настроения на целый день.